burada. Давайте шепчей! Боязно тут! Полковник, у меня от батальона один танк остался. Остальные где? Как где? Половина подбита, половину пехоте раздал. И командира нет, чтобы в танк посадить. Всех выбило. Да я бы сам... Стоять насмерть! Есть стоять насмерть. Дай-ка огонечку. Немцы вышли к Нефёдову. Приказ. Прикрыть отступление штаба бригады и госпиталя. Здравия желаю, товарищ капитан. Младший лейтенант Ивушкин в ваше распоряжение прибыл. Да. Докладываю. По пути автокухня отразило подлое нападение вражеского танка. Записал. Горячее питание доставлено. Потери, доложи потери. Не слышу, седьмой. Танкист. Так точно. Я Тополь, прием. Родной. Да я ж тебя, как Сталина, ждал. Танкисты, стройся!
Смирно! Представляю вашего нового командира. Младший лейтенант Ивушкин. Прошу любить и жаловать. Здравия желаю, товарищ танкист. Здравия желаю. Здравия желаю. Ивушкин поставит боевую задачу. На вас вся надежда, ребят. Ни пуха, ни пера. К черту. Вольно. Вижу, нет настроя, да? Вы задачу поставьте, товарищ командир. Немцы прорвались к Нефедову. У нас приказ удержать село. Прикрыть отход штаба бригады и госпиталя. Сколько немцев, товарищ лейтенант? По данным разведки, не менее роты. Пехоты? Танков. Что, издевается над нами, что ли? Одним танком, без поддержки? С поддержкой. Отделение пехоты. Тю, дурных нема. Так, Павло, дай револьвер, я пойду сам застрелюсь. Добрый циц. Товарищ лейтенант, мы неделю бьемся, не спим, чудом живы. Одни из батальона застались, а что ж нас, на убой? Так, товарищ командир фронта же не бачив? Что он тебе скажет? Все высказались. Теперь слушай меня. Фронта, может, я и не бачив, як ты мне кажешь, но курс командиров закончился отличием. Расступись. Почему на отдыхе не организовано дежурство в танке? Вы что, на курорте? Капонир у нас сколько? Метра полтора? А должен быть минимум два. Поленились? Боеприпасы что здесь делают? Не слышу ответа. По всей видимости, не услышу. Товарищ мехвод, фамилия? Василенок. Двигатель прогрет, Василенок, это хорошо. А масло почему подтекает? Устранить причину. Есть. У нас приказ. Предупреждаю, нытье буду расценивать как проявление трусости. И карать буду по законам военного времени. Уяснили? Враг у стен Москвы. А вы тут нюню распустили. Не стыдно? Даже один танк — это сила. Если экипаж слаженно свое дело знает. Товарищ младший лейтенант, старшина Габуля прибыл. Старшина, минут, пожалуйста. Товарищ танкисты, стройсь! Смирно! Слушай мою команду. Произвести проверку агрегатов и подготовить танк к бою. Погрузить полтора боекомплекта. Убрать все лишнее. Товарищ командир, гармошку можно оставить? Играешь хорошо? Нормально. Гармошку разрешаю. Солнце утром низко, фрицам в глаза. Я встану здесь. А я здесь. Отвлеку их. Дорога другой. Фрицы к тебе бортами станут. Да ты стратег, товарищ Габуля. Опыт. Помочь? Справимся, товарищ командир. Вы командуйте. Дорогая мамочка, не волнуйся. У меня все хорошо. Громим фрицев так, что пух летит. Привет, тетя Маня. Целую, твой Коля. Zu Befehl! Vorwärts!
Русские что-то задумали. Meinst du? Полагаешь? Sieht doch ganz friedlich aus. Село выглядит мирным. Regel Nummer 1, Wolf. Запомни, Вольф. Der Russe plant immer irgendwas. Русские всегда что-то задумали. Кофе? Scheiß Frost. Чертов мороз. Daran gewinnt sich doch keine Sau. Невозможно привыкнуть. Das sollte der Bart aber helfen, oder? Борода поможет. Wann rasierst du jetzt eigentlich ab? Когда ты ее сбреешь? Siehst du aus wie ein richtiger Ivan. Уже сам выглядишь как Иван. In einer Woche vielleicht. Через неделю. Wenn wir in Moskau marschieren. Когда возьмем Москву. Ich habe meine Uhr darauf verwettet, dass wir als Erste auf dem Roten Platz stehen. Я поставил эти часы, что мы будем первыми на Красной площади. Erst müssen wir dahin kommen. Сначала нужно туда добраться. Donnern. Заводи моторы. Panzer. Klar zum Gefecht. Танки приготовятся. Abstand 25 метров. Интервал 25 метров. Vorwärts. Вперед. Марш. Марш. О, поползли, як воши от керосину. Четыре, пять. А красиво идуть. Я кутята за наседкой. А наседка, мне кажется, знакома. Ну что, Фриц? Постукаемся? Экипаж к бою! Есть! Есть, товарищ командир? Кобзаренко бронебойный. Готов! Пора, командир! Ну, як не заведусь? Заведешься, никуда не денешься. Не ссытаюсь мехвод. Ну, открывай борт, убирались. Катись, катись. Панцерштоп! Танки стоп! Да ты ж! Кто у нас? Глушите моторы. Почуял нечто. Ну шо? Ну шо там? Тихо, тихо всем. Лом. Сухой. Слишком тихо. Hier bellt nicht mein Hund. Даже собаки не лают. Ну, Гром, вся надежда на тебя. Внимание! Пушка в амбаре на 11 часов. Есть. Умница, Гурам. Клюнули. Давай, 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 уходи, Гурам, уходи, 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 накрою! 22-й, 33-й. Уничтожить пушку. Клюнули. Уходим. Машечкин! Мать твою, я сказал, уходим! Троляй, командир, чего ждешь? Рано то восьми хвост. Ну, лови, утенок. Кря-кря. Фух.
сейчас знаю! Твоих одним выстрелом! Вражеский танк в стоге на один час. 14-й, 15-й уничтожить. Вольф, какого черта ты ждешь? Я знаю, что делаю. Черт, в лоб не пробью. Огонь! С почином, товарищ командир! Ну вы даете! Я с фронта-то не бачив. Поселенок на запасную позицию. Что? Понял? Понял! Не вижу цели. Прекратить огонь. Часа. Цель в конюшне. Понял. Приготовиться к стрельбе. Готов. Огонь. Черт. Уходим! Пехота. Выкурить танк из укрытия. Догадался! Молодец, Макеев! Держи позицию! Диск! Любой ценой! Есть! Пламенный привет от комсомола Приамурья! Давай, давай. Пока. Бронебойная остановка у ворот! Есть!
Так, стоп. Башня на один час. Комзаренко, бронебойный! Попался. Танк уничтожен. Команды. Он хорош. Ставь на немца у ворот конюшни! Понял! Давай вправо! Стой! Назад, назад! Уходи, уходи! Проклятие! Спокойствие. Сохраняй спокойствие, Вольф. Товарищ Мехвод! Я! Имя, отчество! Степан Савельич я! Молодец, Степан Савельич! Благодарю за службу! Служу трудовому народу! Ну хорошо. Теперь только ты и я. Ну что, Фриц, выйдем, поговорим. Жги, Степан Савельич! Хочешь суда, будет суда! Заряжай! Вперед! Комзаренко бронебойный! Василенок назад! Садок вишневый коло хаты! Порывай! Стрелять без команды! Грузчи над вишнями гудуть! Yeah!
дадуть! Чарит ждут. А, черт! Я ранен. Вольф, возьми себя в руки. Ты что, хочешь тут сдохнуть? Разворот влево на 90! Готовится к стрельбе, солдат. Водитель! На перерез к стене дома, марш! Чарит ждут. Черт! Заряжай! Целься в бензобак! Yeah!
herzlich willkommen in unserem Kurort. Dies ist ein ganz besonderer Kurort. Hier werden die Lämmer von den Betten getrennt. Добро пожаловать на курорт. Это особый курорт. Здесь мы отделяем агнцев от козлищ. Alle, die ihr hier hereinkommt, merkt euch. Euren Willen und euer Denken gibt es hier nicht. Запомни, каждый вошедший. Здесь нет твоих мыслей. Здесь нет твоих чувств. Der Deutsche ist dein Herr und der Deutsche sagt, ob du lebst oder stirbst. Немец ваш господин. Немец решает, жить вам или умереть. Haltung! Смирно! Platz! Лежать! Hey, Vogelscheuche, guck mich an, bist du Russe? Посмотри на меня. Ты русский? Gestatten Sie mir, Herr Kommandant? Herr Kommandant. Das ist ein sogenannter russischer Panzer. Это так называемый русский танкист. Name und Dienstgrad wurden nicht festgestellt. Имя и звание не установлены. Siebenfacher Flüchtling. Семь раз бежал. Name und Dienstgrad. Имя, звание. Ich sagte, Name und Dienstgrad. Я сказал имя и звание. Отвечайте, пожалуйста, нельзя молчать. Du glaubst wohl, du bist was Besonderes. Willst im Stehen sterben. Ты особенный танкист. Хочешь умереть стоя? In den Sonderblock mit ihm. Спецблок его. Слушаюсь. Имя и звание. Смотрите, чтобы не сдох. Он заговорит. Они здесь. Господа, господин Рейхсфюрер. Генерал Гудериан познакомил меня с вашим рапортом, штандартенфюрер Ягер. Это своевременная идея. Рейхсфюрер, скоро русские танки обрушатся на наши границы. Если мы не предпримем срочные меры, Рейх обречен. Я хочу воспитать новое поколение сверхтанкистов, способных остановить Красную армию. Вы ненавидите русских, Ягер? Я солдат. Мне не важны эмоции. Мой долг — служить Родине. Herr Generalinspektor, я назначаю штандартенфюрера Ягера командующим испытательным батальоном танковой дивизии СС Гитлер-Югенд. Слушаюсь, Герр Рейхсфюрер.
Das Schicksal des Reiches. Судьба Рейха в ваших руках, штандартенфюрер. Heil Hitler. Heil Hitler. Всего 27 человек, штандартенфюрер. Проблема. Нет командиров. Разрешите пояснить? С целью избежать заслуженного возмездия, пленные офицеры иногда выдают себя за рядовых и сержантов. Хорошо. Тот, кто прячется, хочет жить. Мне нужен командир, который хочет жить. Танковый командир. Кто это? Боюсь, это обратный случай, штандартенфюрер. Этот Иван ищет смерти. Он в плену с 41-го года, но так и не открыл своего имени и звания. 7 раз бежал. Доставлен для ликвидации. Ягер? Все в порядке? Мы нашли того, кто нам нужен. Гауптштурмфюрер, речь идет о секретной миссии. Мне нужен квалифицированный русский переводчик. Кто-то из лагерных. Расходный материал. Сафат! Немедленно! Lange nicht gesehen, Soldat. Давно не видели, солдат. Erinnerst du dich an den 27. November 41? Помнишь, 27 ноября 41 года? Das Dorf Nefjodovo. Село Нефедово. Я в тебя стрелял. Хорошо выглядишь. Год здесь дувался. Halt, Starik. Неисправим. Nicht verwendbar. Непригоден к использованию. Zu eliminieren. Подлежит уничтожению. Ich gebe dir eine Chance. Я даю тебе еще шанс. Du stellst deine russische Panzerbesatzung zusammen. Ты подберешь и подготовишь экипаж русских танкистов. An einem bestimmten Tag. Erscheinst du auf dem Truppenübungsplatz und zeigst meinen Rekruten alles, was du kannst. В назначенный день ты выйдешь на полигон и покажешь все, что ты умеешь моим курсантам. Du wirst keine Munition haben. У тебя не будет снарядов. Nur dein Können. Будет только твое мастерство. Wenn du stirbst, dann fällst du wie ein Soldat auf dem Schlachtfeld. Если погибнешь, то как солдат на поле боя. Wenn du überlebst. Если выживешь, dann bringst du mir eine neue Besatzung. Будешь подбирать мне новые экипажи. Я уже погубил один.
Мой первый экипаж. Я бы еще не обязательно перлорен. Мене эрсте. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Вы сражались достойно. На своей земле сражались фрицы. Wir haben unser Land verteidigt. Wie ist deine Antwort? Я жду ответа. Да пошел ты. Ich zähle jetzt bis fünf. Считаю до пяти. Eins. Раз. Zwei. Два. Drei. Vier. Фэнф. Да хорош издеваться, я согласен. Это можно не переводить. Верное решение, солдат. Имя и звание. Младший лейтенант Ивушкин. Вставай. Унесите его. Ботинки номер 28 испытания выдержали. Износ допустимый. Лагерь построен. 18 382 заключенных. 385 больных. 32 человека за ночь умерли. Хорошо. Лагерь построен. 18 382 заключенных. Огласить. Трепещите. Этот добрый человек назовет избранных. Thank you.
подойдут. Безопасно. Эти подойдут. Честно, это что за агрегат? Вроде 34-й. Вроде не он. Он. Только с фронта. 85-й калибр. Не меньше. Ивочкин! Deine Aufgabe wird es sein, diesen Panzer wieder instand zu setzen. Твоя задача восстановить танк. In einer Woche werden die Übungen beginnen. И через неделю быть готовым к испытаниям. Es ist ein russischer Panzer neuester Bauart. Wir haben ihn vor 3 Tagen an der Ostfront erbeutet. Man sagt, ihr könntet damit unsere Panther besiegen. Это новейший русский танк, только что с Восточного фронта. Говорят, он способен бить наши пантеры. Fangt mit den Leichen an. Holt sie da raus. Mach den Turm sauber. Для начала убери трупы. Очисти башню. Фонтан. Приступай. Экипаж, стройся. С этого момента я ваш командир. Выполняйте все мои приказы и не смейте сомневаться. Разрешите обратиться, товарищ командир? Разрешаю. В чем состоит наша боевая задача? Наша первостепенная задача – бить врага. Временно мы находимся в распоряжении вон того гада. Слушай, друг, а я ведь, может, тоже командир. И поболее твоего. Ты нас вообще спросил, хотим мы быть в распоряжении? Не хотим. Микола, здесь никто зазря погибать не желает. Парни, нам предстоит драться на этом танке. Против нас будут немецкие курсанты. По нам будут бить боевыми. Если мы хотим выжить, нам необходимо на сверх отлично подготовить машину и сделать свое дело. Вопросы есть? Ну что, как гладиаторы, что ли? Я в книжке читал. Если есть несогласные... Я согласен. Если есть несогласные, доложите, верну в лагерь. Где надоело богатетки грузить? Я лучше в бой. Ну, а ты чего скажешь? Ну, выживем. А что далее? А дальше следующий бой, товарищ Мехвод. Или ты забыл, что мы на войне? Памятую. Ну, командуй. Товарищ командир.
Нужна дезинфекция. Hier darf man nicht. Дезинфекция нужна. Внутри танка мертвый экипаж в полном составе. Прошу разрешения достойно захоронить останки танкистов. Im Panzer ist die tote Besatzung in voller Anzahl. Bitte erlauben Sie die Leichen so zu beerdigen, wie es sich gehört. Я бы нечто дагегн. Не возражаю. Давай гранаты сюда же. Стёпа! Парни, погромыхайте чем-нибудь. Есть погромыхать. Чё? Тебе сказали громыхать. Громыхай. Чё? Костями. Это людей не меря, пусти ниже. Так, экипаж, вот объемная тактическая карта полигона. Подходим всем мало-помалу, изучаем. Знать всем, как интернационал. А если я в третьем куплете слова путаю? Ионов. Я. Позанимайся на досуге с Волчком. Помоги убогому. Кисть побочи по губу. Я тебе... Это бы здесь были. А это... Тадок. Командир. Я? Yeah. На два слова. Пошли фару крепить. Ты что задумал? А ты догадайся. Бежать на танке с полигона? А что? До Чехов 300 километров. У нас новый Т-34. 6 часов хода по автобану. Это усё. Каюк. Ты подумай, Степан. У нас 6 снарядов. Если рискнуть, есть шанс. Тем более, ты же у нас лучший мехвод Красной Армии. Скажешь тоже. Да ты вспомни, как мы под Москвой танковую роту немчуры в пыль стерли. Микола родный, это ж когда было. Нам зараз биться, это як зайцу волка загрызти.
Там. Свобода, Степан. Там победа. Ты со мной. Хочешь чудо, будет чудо. С тобой, командир. С тобой. Готовь машину, Стёп. Ивушкин к начальнику. А начальник у нас у Кремли, девчина. Войдите. А, коллега. Коллега. Контрай. Проходи. Wie geht es mit dem Panzer voran? Как продвигаются дела с восстановлением танка? Она? Еще пара-тройка дней. Noch ein paar Tage. Setz dich. Садись. Bald geht es zum Gefecht, Ivushkin. Скоро в бой, Ivushkin. Я должен поставить тебе задачу. Ist Ivushkin dein richtiger Name? Ivushkin, это нормально то, что я буду тебя так называть? Меня зовут Николай. Ich heiße Nikolai. Dann sind wir Namensvettern. Ich heiße Klaus. Wir Nikolaus. Так мы тёзки. Меня зовут Клаус. Это как Николаус. Verstehst du? Понимаешь меня? Николай. Николай. Николаус. Николаус. Клаус. Клаус. Gut. Hör zu, Николай. Слушай меня, Николай. Du beziehst mit deinen Leuten Lauerstellung im Bereich dieser Anhöhe. Irgendwo hier. Von dort wirst du versuchen, meine Panzer in einen Hinterhalt zu locken. Ты встанешь. Ты встанешь вот тут. Irgendwo hier. В засаде. Meine Panzer. Komm ran. А мои пантеры? Мои пантеры пойдут навстречу. Остановиться. Ты внимательно меня слушаешь? Скрытно маневрирую, выхожу на дистанцию поражения. Ich manövriere aus der Deckung. Gehe auf Wirkungsdistanz. Gut. Damals, unter der Heumine von Moskau. Hast du dich da eingegraben? Тогда под Москвой. Ты под стогом прятался? Да какой там? Я на позицию вышел за час до рассвета. Еле успели сеном припорошиться. Ach was, ich hatte eine Stunde vor Sonnenaufgangstellung bezogen. Und wenn ich dich entdeckt und die Artillerie eingesetzt hätte? Если бы я тебя заметил, подключил бы артиллерию. Ну ты же не заметил. Aber du hast mich nicht bemerkt. Zum Wohl. Твое здоровье. Чтоб тебя печень лопнула.
Долгой и счастливой жизни. Стройсь. Смирно. Meine Anerkennung. Ihr habt keine Zeit verschwendet. Молодцы. Вы не теряли времени зря. Практическая überprüfung beginnen. Приступить к ходовым испытаниям. Экипаж, по местам. Есть, есть. Экипаж, доложить готовность. Готов! Готов. Всегда готов. Вперед! Есть! Это машина! Добро, коняка! А ну давай балет, Степан Савельевич! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро, держитесь! Установить вокруг полигона минные поля. Verstanden. Вас понял. О, привет, красивая, заходи, я тебе танк покажу. Что случилось? Егерь объявил боевую готовность. Вокруг полигона ставят мины. Ты все равно пойдешь. Куда? На прорыв. Коля, я не глухая, а слепая. Если добудем карту. Я возьму карту у егеря в кабинете. Нет, ты будешь первой под подозрением. Меня с собой возьми.
слепок. Сделай ключ. Я тут одна не останусь. Лучше смерть. Курсанты, сегодня вам предстоят боевые испытания. Я уверен, что вы проявите себя подлинными наследниками германского духа. Помните, если научитесь драться с русскими, англосаксы вам будут нипочем. Рейх будет править миром. Удачи! Парни, вокруг полигона мины. Будем прорываться через главные ворота. Против нас 3 пантеры. У нас 6 снарядов и топливо на 30 километров. Скажу одно. Настал тот час, которого мы ждали долгие годы. С яростью и ненавистью к врагу, презирая смерть, клянусь растоптать фашистскую гадину в ее же логове. Клянусь. Экипаж. К бою. Извиняйте, мужички. Спите с Богом. Четыре бронебойных, 2 осколочных. Молитесь, фрицы. Доложите позицию русских. Русские выдвинулись исходные. Недурно. Курсанты идут как по линейке. Молодцы. Русские в засаде. Хорошо. Продолжайте. О, Господи. Угля.
отступлюсь. Немыслимо. Наши танки подходят к засаде. Штандартенфюрер, ваша трубка. Неплохое начало. Куда прешь? Согласно распоряжению номер 11 генерального уполномоченного по трудоиспользованию имперского комиссара Тюрингии Обергруппенфюрера Заукеля, имею право на однократный выход за пределы лагеря. Чтобы вернулась не позднее 8. Давай. Прощай, чушок. Открывай. Хорошая идея с дымом. Вы ожидали этого? Командир не глуп. Господи, благослови. Не хвост, заводись, родной. Есть! Смотрите в оба. Ну давай, кошечка, повернись к нам бочком. Волчок, твой выход. Крайний слева. Есть крайний слева. Готов. Огонь. А! Это что еще такое, Ягер? Горит! Горит! Ах, сука! Ай, молодец, волчок! Мехвод, вперед! Вот это, волчок! Добро кошку контрапупил! А чтоб не мяркало! Фантастен, фрап нормаль, Гига! Woher haben die scharfe Munition? Откуда у них снаряды? Быстрее, быстрее! Орудие к бою! Направление холм! Соедините меня с танковым экипажем! Внимание всем! Полная боевая готовность! Полная боевая готовность! Соединение установлено! Говорит штандартенфюрер Ягер. Танк 2, доложите обстановку. Танк 3, что вы видите? Отступать. Танк 2. Орудие на 10. Танк 3. Орудие на 11. При контакте с врагом открывать огонь без предупреждения. Ну где же он? Командир, дайте лакну! Леон опосколочный! Есть! Короткая!
Вражеский танк на 10 часов. На память, суки! Командуйте! Приготовиться к бою! Держитесь, хлопцы! Слетаем! Красотка! Ай, молодец, товарищ Ярцева! Фильгюк, майна дамы. Удачи, дамы. Садись, если не боишься. Только сначала в прайбу заскочим.
Двигайтесь там! Здорово! Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Auf Wiedersehen, мадам! Прошу! Вот ваше место! Добро пожаловать в наш танк! Sondereinsatzkommando bilden. Verluste melden. Развернуть чрезвычайный штаб. Доложить о потерях. Доложить ситуацию в управлении округа. Отдел 1А. Rose 5, Rose 5, Rose 5. Hier ist Rose 1, Rose 1, Rose 1. Поднять по тревоге артиллерию. Противотанковые подразделения. Так точно. Перекрыть магистрали в радиусе 50 километров. Я тебя достану. Жми мехлой, пока фрицы не опомнились. А ручка скоро скончится, командир. Сивка наша жрет, ей год не кормили. До ближайшего населенного пункта 20 километров. Там разживемся. До полного! Ферштейн! Степан! Оу! Ты что к стенке жмешься? Это по звычке! Чудак-человек! Мы в тылу, город небольшой! Полтора жандарма! Езжай гордо, как на параде! Товарищ командир! Я! Солнце уже наели, а мы ничего не ели! Дайте приказ на разграбление города! Грабить не подашь ему! А ты жрать не хочешь? Хочу! Мы подвозим! Ионов, Волчок! Подготовиться к десанту! А все про все у вас 5 минут! Города. О, послушный. Инвентарь сдаем. Быта. Пошел на Налима, а поймал Никодима. Спасибо. Девчонки, а вы летучих мышей ели? Я вот ел. Ничего так, питательно. Вот я нож, счастье. Битте данки. Auf Wiedersehen! Ст-
Степа, гони, надо скорее до предгорий добраться. Там спрячемся. Влево! Точно. Только что Иван и чудом вырвались из-под огня зенитного орудия в Эймере. Чудесные Иваны. Как я и предполагал, они идут к границе протектората Чехии и Моравии. Мы согнали их с автобана. Теперь начнем сужать сеть на второстепенных дорогах. Что дальше, по-вашему? Они уже в западне. Тилике, запросите поддержку с воздуха. Слушаюсь. И экстрасенсов. Разрешаю обратиться в Аненербе. Я еду в Берлин. Ягер, если вы к утру не поймаете беглецов, я не смогу вас защитить. Я знаю, не здесь. Ерштандартенфюрер, топливо на исходе. Мы летим дальше. Ерштандартенфюрер, мы должны вернуться немедленно. Мы летим дальше. Я повторяю, мы должны вернуться назад. Они здесь. Сохраняйте спокойствие. Снижайтесь. Слушаюсь. Машина добрая, но скоро закипим!
Степ! Надо до перевала добраться. Там заночуем. Есть! Слава тебе, башня. Я думал, мы так до Берлина дойдем. Ветлит другой дороге. Лети как можно ниже. Слева вдоль той дороги. Ниже. Еще ниже. Ниже. Степан Савельич. Я? Сам знаешь, что делать. Ночью по лесу не пойдем. Ждем рассвета. Ионов. Я. За дровами. Волчок, осмотреть окрестности. Это я с радостью. Ярцева. Да. Приготовьте ужин. Так точно. Товарищ командир, разрешите обратиться. Валей. У нас под боком естественный бассейн. Предлагаю принять водные процедуры. Только не орать. Мы на позиции. Я их нашел. Русский в квадрате Клингенталь, Цвикау, Хемниц, Аннаберг. Отправляйте туда первый взвод. Так точно. Свяжите меня с Берлином. Берлин, быстро. Это штандартенфюрер Ягер. Я их нашел. К 8 утра беглецы будут уничтожены. Летіла куля, цира згору, прама попала в грудь белую, прама попала в грудь белую, кров разлилася реченькою. Ой, кров разлилася реченькою, да растеклася до Дунаю.
где моя мать воду брала, да своего сына вспоминала. Ой, мати, мати, що ж за війна, що й мого сина дома. До Славковского леса 50 км. Считаю нашу задачу выполненной. План фрицев мы сорвали. Приказываю затопить танк в озере, отдохнуть и расходиться отдельными группами. Сохранять жизни. Микола, я с тобой не по приказу, по доброй воле пошел. Можно скажу? Можно. Мне танк бросать жалко. Товарищ командир, я без тебя никуда не пойду. Мы воины Красной Армии. Мы давали присягу бить врага до последней капли крови. Бросить коня – позор. Волчок! У тебя не только зрение, но и слых, як варла. Тебе у церкви выступать. А ты с моё по тайге поброди, Михал. Так, циц! Желающие могут еще по 50. Через 5 минут отбой, в 4 подъем. Пойдем с первым светом. Смена часовых через час. Тревога.
Экипаж, подъем! Ягер здесь. К утру перекроют перевал. Будем прорываться в темноте. Аня, тебе нельзя с нами идти в танки. Я без вас здесь не останусь. Аня, послушай. Я без тебя никуда не пойду. Аня, послушай. Нас загнали в угол, но мы будем прорываться. Я отвлечу внимание, а ты должна идти на восток. Смотри. Мы здесь. Дальше один город, Клингенталь. Тебе нужно обойти его слева. Ты сразу увидишь огромную поляну. Так. Жди нас там. Если не вернемся к завтрашнему вечеру, уходи. Иди только по ночам. Строго на восток. Поняла? Поняла. Анечка. Так надо, любимая. Да вы не бойтесь, товарищ лобовой стрелок. Лес он такой. Он не выдаст. Спасибо. Держи, сестричка. Тебе нужнее. Свидимся еще. Свидимся. До встречи, любимая. Чемодан брошен. Коляска. Не по-немецки это. Похоже, город эвакуировали. Нас ждут. Степан. Я. Давай сейчас назад и ныряй в проулок. В обход пойдем. Приготовиться. Огонь!
Танк 114 подбит. Русские идут на площадь. Занять запасные позиции. Будьте бдительны. Ждите! Осмотрюсь. Ширина улицы 8 метров. На скорости 20 километров в час танк проходит 5,5 метров в секунду. У фрицев 1,5 секунды на выстрел. Нужно отвлечь внимание. На ком-то? Когда он появится, не пропустите момент. Я бой? Так точно. Что далее, командир? Погоди, Степа. Мы в ловушке. Вокруг нас три пантеры. План такой. Кто у нас самый рисковый? Кто-кто? Ты дай приказ, командир. Смотри. Это мы. Сейчас темно. У командиров люки открыты, есть шанс. Этот танк твой. Отвлечешь внимание, как понял? Прекрасно понял, прекрасно. Действуй. Девят. Удачи. Взаимно, Серафим. Взаимно. Как услышишь взрыв, гони по полной. Куды? Видишь стенку? Ну? Там должен быть выход. А коли не будет выхода? Да ты хода. На площадь. Возьмем его в плечи. Вот вам и выход! Пантера прямо перед нами! Орудие на 180!
Есть угнуть и пнуть! Заряжай! Конец, давай! Сука! Ну давай! Я башню у него! Успеваешь, пнути! Заряжай! Auf die Ketten schießen. 115. Приготовиться к стрельбе. Подачайте, пдацы! Фаер! Больше некому. Он что? Пантеру захватил? У нас теперь два танка! Наводчик, цель танк 112. Приготовиться открыть огонь. Быстро! Не могу стрелять. В танке мои товарищи. Твои товарищи мертвы. В танке 112 враг, и сейчас он нас размажет. Освободи место! Живо! Живо! Погоди, хранитель, он фартовый. Так, да.
Ну давай. Ах ты ж собачья печенка. Пять минут, Николаус! Ся, товарища, заберу. План такой. Степа, выходим на мост на полном ходу. По моей команде маневрируй. Серафим, заряжай. Последний. Готов. Нам нужно подобраться как можно ближе. У нас один шанс из тысячи. План шик-блеск. Нам у цирку выступать. Выступим. Страшно. Волчище! Хвост пистолетом! Вперед! Стоп! Браво! Да будет воля твоя! Как и на небе, так и на земле! Я возьму твой щит. Лево! Стоп! Стреляй. Ха-ха-ха.
Ну что? Кончились фрицы? На наш век хватит. Что с танком делать будем? Полбака горючего. Врагу не отдадим. Забирайте волчка. Дальше пешочком. Закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане. Вставай, вставай, однополчане. Вставай, вставай, однополчане. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед тобой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться?
со днем вчерашним, бери шинель, пошли домой. Мы все войны и шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.